как изменить свою жизнь, как сделать ее такой, какой вы хотите ее видеть, без слез, а только с улыбкой на лице. И сейчас я поделюсь своими секретиками, что же для этого нужно делать. Если вы хотите абсолютно бесплатно получать от меня информацию, то вам необходимо стать участником одной из моих групп Viber, WhatsApp или Telegram. Внизу под видео в разделе комментариев есть ссылочки. Вступайте куда хотите, где вам лучше всего, где будет для вас удобнее. Итак, что нужно делать человеку для того, чтобы поменять свою жизнь к лучшему? Первое – это не роптать. Мы часто как делаем? Ой, дождь, ой, слякоть плохо, потом зима, плохо, холодно, лето настало, ой, жарко. Одно я слышу у людей, ой, какая жара, а я иду, а я наслаждаюсь. Я говорю, я этого лета ждала всю зиму, я ждала, я надевала на себя вот эти кофты, вот эти штаны. Я так мечтала это все снять, и даже когда жарко, как говорится, пар костей не ломит, я иду, и я наслаждаюсь даже этой жарой. Нам нужно научиться радоваться любой погоде, радоваться всему и быть благодарными за все, что мы имеем. Часто то, что мы получаем, то, что у нас есть, мы воспринимаем это как должное, даже не задумываясь о том, что нужно за это благодарить. Кто может благодарить Вселенную, кто может благодарить Господа Бога, кто может друг друга благодарить, людей можно благодарить, да все что угодно можно благодарить. Это солнце, это небо, этот воздух, который мы дышим. Да, вы не задумывались о том, что нужно благодарить воздух? А представьте, если бы не было этого кислорода, да, вот такая ситуация, упали под воду и нет воздуха, потому что вот мы только тогда ценим, когда мы это теряем. И также какого-то человека мы ценим тогда, когда мы его теряем, когда он с нами, да, мы ведем себя как хотим, как только теряем, о, боже, что делать, да? То есть это наша человеческая сущность. Я вам предлагаю изменить свое отношение к жизни. Второй момент, что нужно сделать? Простить. Простить всех тех, кто причинял вам зло, кто вас предавал, кто вас обижал. Потому что когда вы держите обиду на кого-то, злость, ненависть, то вы этим самым делаете хуже прежде всего себе. Ненависть – это яд, который выпиваете вы, а ждете, что умрет ваш враг. В тот момент, когда вы ждете, что человек получит наказание, чтобы его вселенная наказала, чтобы ему было плохо, как ему отомстить, то все эти мысли вселенная считывает как ваше желание. То, что вы желаете другому, она дает вам. И не удивляйтесь потом, что в вашей жизни все плохо. Когда вы злитесь, обижаетесь, ненавидите, то вы это все притягиваете в свою жизнь. Что нужно сделать? Простить. Сказать, я вас прощаю, все, отстаньте вы от меня, я не хочу ни о ком плохо думать, слишком много чести прямо о вас думать. Знали бы вы, сколько людей меня предавали, и близкие люди предавали меня, разочаровывали, обижали, делали больно. Если бы я сердилась, ненавидела бы всех, я бы уже превратилась в старуху шипокляк, а я молодая, цветущая, привлекательная женщина, потому что я всех прощаю. Я хочу жить с добром. Я выбираю добро. И поэтому меня Господь Бог награждает в ответ тоже различными приятными моментами в жизни. Мой секрет прост. Я иду по жизни с улыбкой. Что-то произошло негативное. Я говорю, ну хорошо, что не хуже, да, могло бы быть и хуже. Так что все в ваших руках. Хотите изменить жизнь, меняйте ее. А также я вам предлагаю изменить свою жизнь вместе со мной. На моем курсе «Академия успеха». Этот курс стартует с 20 августа. Присоединяйтесь. Как это сделать? Внизу под видео мои контакты. Напишите мне, что вы хотите присоединиться на мой курс. 20 августа до 11 сентября включительно. И я научу вас быть счастливыми. Я поделюсь с вами определенными техниками, ритуалами, которые приведут вас к успеху в жизни во всех сферах.
частности, конечно, в деловой сфере. Но когда вы научитесь понимать, что нужно делать в деловой сфере с деньгами, когда к вам, как говорится, успех попрет, то успех к вам придет и тоже в личной сфере. Запишитесь на мой курс, внизу под видео есть контакты. А также сейчас, видите, мой номер телефона – это Viber, WhatsApp, Telegram. Также ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была я, ваша Наталья Радомская.